Как и Месси, а вот когда результативно сыграет или... Жестковато было сыграно против Рональда. Жестковато. Еще раз, я не знаю, почему Билетти не играет, но надо положить. Но в три защитника, если сыграть, это довольно сложно. Безусловно, Рауль в левом фланге. У него опыт выступления на этом месте, безусловно, есть. Играет впереди Ван Боммель и Деку. Если говорить о системе 4-3-3, по которой сегодня Барселона готова сражаться. Команда играла неровно. Выход один на один. Это Рональдо. Без проблем расправляется с вратарем. Красавец, он это умеет делать. Без проблем. 13-й гол в чемпионате. Вот сейчас как это все происходило. Мастерски забивает. Просто мастерски. Проспал Мотта. Проспал. Видите, какой отрыв сразу с мячом Рональдо. И Мотта не может его догнать без мяча. Но, правда, держится за ногу. Держится за ногу. Ну, куда выскакивает Виктор Вальдес? Вышел в техническую зону для того, чтобы сделать какие-то замечания своим подопечным. Закатить мяч. Нет, не получится. Можно было сейчас... Внимание, все стоят на местах. Рональдо пострадал в столкновении. Готовый оказать помощь своему форварду в руках. И неожиданно это стало для, хотя и полное преимущество Барселоны, но вы знаете, ничего пока нет реального. Нет, нет, все нормально было. Маленький Иньеста не дал вас. Нет, и по-моему мельчат в атаке хозяева поля за рубашку. Иньеста держит Рональдо. Рональдо. Ах, какой момент, вообще проблема. Рональдо получит желтую за симуляцию, за картинное падение. Ну что, мы-то все видели. Не надо так. Ну, вы все видели сами. Конечно же, там не было никакого нарушения. Была обыкновенная борьба. Нет, никто его не держал. Но не так-то просто у Баптиста отобрать мяч. Мощный Баптиста сейчас не дал возможности подобрать. Пострадал в этом Баптиста. Но сдвинуть Рональдо невозможно с места. Невозможно. Поворотом не дошел мяч до вратаря.